Член сборной Армении по легкой атлетике Левон Агасян завоевал золотую медаль на Балканских играх. Данная информация опубликована в Instagram Левона Агасяна. В тройном прыжке Агасян показал результат 16 метров 26 сантиметров и занял первое место. Второе и третье места заняли представители Греции и Турции. На Балканских играх Армения, участвующая в них с 2013 года, представлена 8 спортсменами. Тем временем бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Давтян завоевал золотую медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Армении. Давтяну не было равных в опорном прыжке. Напомним, что ранее Ваагн Давтян завоевал золото, а Артур Аветисян — серебро в упражнениях на кольцах, а Рутюн Мердинян стал третьим в упражнениях на коне.